говорить, элита европейского фигурного катания женского. Каскада. Должен был быть каскад из двух тройных тулупов, но видели, выезд из первого тройного тулупа был таким, что о втором прыжке и речи быть не могло. Тем не менее, каскад она исполняет. Тройной ридбергер, двойной тулуп. Вальс. Скажем так, не все получилось у шведской фигуристки. Сейчас во многом ее окончательная оценка будет зависеть от оценки, второй оценки за компоненты программы, потому что, несмотря на то, что она все-таки достойно вышла из этой ситуации, после того, как неудачно исполнила каскад из двух тройных тулупов, то есть там был только одинарный тулуп, выполненный